тысяч Донечей вместе с родными, близкими, со своими семьями с огромным удовольствием встречают этот праздник. Но в этом году День Томича особенный. Потому как весь мир знает, что город Томск – это практическая студенческая столица. Антитурецкое восстание в Боснии и Герцеговине! Россия не должна оставаться в стороне от балканских событий! Поможем братьям-славянам! У западносибирского генерал-губернатора Казнакова собралась комиссия по строительству Первого сибирского университета! Господа! Я собрал вас по важному поводу. Как вы знаете, еще с начала 18 века мысль о просвещении Сибири вдохновляла лучшие умы нашего государства. И вот в апреле этого года я обратился к государю нашему императору Александру II со следующим докладом. Недостаток учителей тормозит все дело. Развитие в крае технического образования останавливается совершенным отсутствием реальных училищ. Но ни классические гимназии, ни могущие быть учрежденными реальные училища, не образуют для Сибири ни медиков, ни ученых-преподавателей. Это серьезный довод. Что ж, ну в таком случае постановляем основать Сибирский университет в городе Омске в составе 4 факультетов с подчинением его генерал-губернатору на правах учебного округа. В стены пишем записку великому князю Константину Николаевичу. Открыть с 1 июня 1802 года Сибирский университет в городе Омске в составе 4 факультетов с подчинением его генерал-губернатору на правах учебного округа. В Омске, значит, а не торопимся ли мы, господа? Ведь избрание места для университета представляет собой очень важный вопрос. Поэтому предлагаю еще раз пересмотреть принятое решение и создать специальную комиссию при Министерстве народного просвещения для окончательного решения вопроса. Последние новости от 16 мая 1877 года. Сформирована комиссия при Министерстве народного просвещения. Под председательством товарища министра народного просвещения. Тайного советника Ширинского Шихматова. Ну что ж, господа, работа комиссии проделана огромная. Проведено 7 заседаний. Все ваши доводы, господа, убедительны и основательны. Однако послушаем действительного статного советника Василия Марковича Флоринского. Милостивый государь, я вовсе не хочу умалять достоинство города Омска, но поймите, Томск – это транспортный узел всех сибирских речных и сухопутных дорог. Томск – это центр огромной Российской империи. В Томске развивается торговля, действуют средние учебные заведения, благотворительные и просветительные общества. В то же время как Омск – город военный и к наукам равнодушный. Кроме того, в нем нет производства, и живет он исключительно на деньги государственной казны. Да, а Томская городская дума выделила из казны 25 тысяч рублей. Кроме того, большой участок земли в березовой роще на Елане. А Омск выделил не очень пригодный для строительства университета участок. Так где же быть центру просвещения, как не в Томске? Спасибо, Василий Маркович, за выступление. Ну что ж, господа, Сибирскому университету быть в Томске! Свежие новости! 16 мая 1878 года! Его Величество, государь-император Александр II, высочайше утвердить изволил мнение Госсовета! Об учреждении Императорского Сибирского университета в городе Томске! В марте 1880-го! Назначен членом строительного комитета с особыми полномочиями. Как представитель от Министерства народного просвещения на месте построек. Пожелаем же Томскому университету
славы и благоденствия на многие столетия. Пусть сияет он на восточной окраине нашего родного Отечества, как восходящее солнце, согревая и оживляя своими теплыми лучами нравственную атмосферу холодной Сибири. Пусть откроет он в недрах жизни народной новые источники деятельности, и пусть докажет потомством, что с помощью света, разума и правды можно превратить страну ссылки, скорби и запустения в благоустроенную, равноправную и равносильную с остальными русскими областями нераздельную часть нашего российского государства. И москвичи, и барнаульцы, и семипалатинцы, и минусинцы. Добрый день, дорогие домичи. Позвольте поздравить всех нас с самым долгожданным, самым хорошим, самым чувственным праздником. С Днем Домича! Главу Советского района Оксану Рубцову. Главу Ленинского района Вячеслава Черноуса. И главу Октябрьского района Сергея Лазовского. Мне кажется, что солнце стало светить ярче. Итак, дорогие друзья, внимание! Под гимн Российской Федерации флаги поднять. Да здравствует Тамичи!
Но я не простой, знаю, походу граду ее просто из клуба. Подарю ей цветы, всю ночь напролет целовать ее. Девочка, девочка, всем преподала урок. Жонглирующих элементов.
Семен Сородой, член сборной Томской области по силовому жонглированию. 16 килограмм. Берегитка треугольник.
Еще раз, три, четыре. Мы поедем.